Развод по-немецки. Короче, приходит мне сообщение с немецкого номера. Вот такого плана. Специально долго подержу, так чтобы было хорошо видно. О том, что мне пришло какое-то отправление, и мне нужно его по вот этому вот линку оплатить. Значит, изначально цена здесь указана, как вы видите, 2 евро. Мы переходим по линку. Вот, смотрите, показываю. Переходим по линку. Открывается якобы Deutsche Post. Сейчас грузится. Долго, кстати, грузится. Якобы Deutsche Post. Вот номер отправления. И здесь я должна ввести свои данные. Номер карточки. И оплатить. Только здесь уже цена, видите, меняется и становится 3 евро. Дальше. Я, недолго думая, захожу на сайт Deutsche Post. Пожалуйста, вот Deutsche Post. Ввожу номер этого же отправления. И его нет. Вот такой вот развод по-немецки. Будьте осторожны и всегда проверяйте, перепроверяйте то, что вам приходит. В частности, когда такой вот момент, что нужно ввести свои данные, и не вводите их куда попало, тем более, если есть возможность перепроверить, и вы не ожидаете никакую посылку. Я, допустим, никакую посылку не ожидала. Вот. Если вы не ожидаете получить никакую посылку, и тут вот у вас вот такая вот история, что нужно ввести данные своей карты. Так что будьте осторожны. И всем добра. Пока.